Ребята, всем привет! С вами Александр, мир юрского периода к жизни, и у нас, да, заканчивается акция на индораптора. Смотрите, у нас тут сколько индорапторов, короче, в парке, просто их жесть, но, к сожалению, да, он у нас какой там лимит, да, индораптор, у нас всего лишь возможность была собрать всего лишь одного. Такая вот, конечно, печалька, нужно минимум 250 очечков, да, по-моему, чтобы его собрать. То есть будем как-нибудь их отлавливать, если они могут быть отловлены, в принципе, не знаю, попадаются ли они просто так на улице, но ладно, как-то с этим будем разбираться. А сейчас, что у нас есть сейчас? Я, в принципе, остановился на том же этапе, где и был, без вас ничего не проходил, у меня даже вот все инкубаторы, один, правда, открыл, давайте откроем оставшиеся. Не открываем следующий. Ну, монеток мало дают. Ну, денег уже как бы особо у меня тоже не появилось. Пару тысяч насобирал только. И последний. 700 монеток. Ну, и дротиков. Дротиков у меня уже хоть попой жуть, никуда их девать. Их на самом деле даже больше, чем 210. Ты начинаешь стрелять, и они как бы не тратятся изначально. Вот такие вот дела. Ну что, давайте тогда по традиции создадим кого-нибудь, кого мы можем создать. Так, вот кто у нас есть. Так. Это у нас кто? Кентрозавр, что ли? Давайте попробуем. Это у нас редкий тадзянгазаврик, ребята. Давайте, погнали. Вот такой. Ну, по раскраске похож на урхика чем-то. Такой какой-то розоватый. Как-то странная у него раскрасочка. Розоватый такой. Так, хороший демагер у него. Скорость слабовата, нету брони. Нету брони. Так, а, он еще у нас участвует в создании гибрида. Угу. Давайте глянем, что это за гибрид. Диараджазавр. Ну, то есть раджазавр плюс тадзянгазавр. А как получилось слово диараджазавр? Непонятно. Непонятно. То есть у тадзянгазавра есть еще какое-то альтернативное имя, типа диаразавр, что ли? Так, смотрим. Одинарный урон, замедление в 1,5 раза и снижение урона. Ну, так, такие же удары, как у Кулазуха. Если за... Не, у Кулазуха уменьшение урона, и у Кулазуха еще no crit. Давайте прочитаем. Этот стегозавроид, так, имел самые впечатляющие спинные пластины, вот эти, я так понимаю, dorsal plates. Ну, вот эти вот, такие вот остренькие. Только чем они были такие впечатляющие. И, ну, из всего своего вида. У него были какие-то особенные эти пластины. Ихняя высота отпугивала, короче, врагов. То есть они были очень высокие. Длинные вот эти вот шипы. В общем-то, он казался, да, намного больше, чем был на самом деле. И за счет высоких своих пластин. Ну, вот так, думаю. Вполне себе корректно я перевел вам. Эх, спинника не хватает. Где я вообще нашел эти 90 клеток спинозавра? Точно был, блин, у меня на работе сидел, я не мог его собрать. Так, давайте соберем еще это. Подождите, у нас есть... А, стигималоха я насобирал, да? Отлично. Он у нас эпик. 11-й. То есть мы, в принципе, сможем им подраться сейчас. И все, то есть у меня прям впритык было клеток, ничего не осталось. Жизни неплохо, дымак неплохой, скорость шикардос. А, я еще его могу качнуть. Давайте его качнем. Даже еще могу качнуть, ничего себе. Но это 4 костря, то есть мы пока что подумаем. Парамолох, паразаур, стигималох, гибрид, ничего себе. Так, что у нас на данный момент? Это health 1800, ну неплохие показатели, скорость просто супер, просто супер. О, 100% стан, гарантед, да, 100% стан, я первый раз, по-моему, вижу такой удар. Так, паралич, подмена и супер, короче, он круче, чем уранозавр.
например, или кто там у меня еще есть, чем эти гадрозавры, короче. Так, типа я его... что такое дам, короче? Что-то голова у него как защитное оружие. В общем-то, ну, он типа спокойный динозавр, в основном тырится только между собой. Вот как-то так я бы перевел это. Давай-давай, сейчас мы... Прикольный такой. Забавный. Забавный. Ну, давайте пока что его качать не будем. Оставим двоих на следующий раз. А это кто у нас? Это тоже... Это обычный стигималох. А, вот в чем он дело. То есть я насобирал редкого стигималоха. Хорошо, хорошо. Так... Давайте выберем, кого сейчас мы удалим из команды. Это уранозавра. Кстати, я его тоже могу качнуть. У него скорость 127. Паралич есть, подмена. Есть еще у меня эдмонтозавр. Тоже редкий, у него больше жизни. Есть паралич, подмена. Блин, вообще прикольно. Сейчас можно такую команду какую-то шуструю собрать. Даже не знаю, кого тут выкинуть. Кулозавра, наверное, выкину сейчас. Ну, вот так вот как-то. Ну, хотя я даже могу качнуть Эрликозауруса за косарик. Давайте качнем его. Он тоже 129 скорость. Ничего себе, ребятки. У нас, короче, такая довольно скоростная команда получилась. И это у нас демагер. Демагер, ну, плюс 10% скорости, это ни о чем. Снижает. О, на 75%. Хороший, кстати, Динос. Хороший, мне он нравится. Так, может кого-то из этих заменить сейчас? Эдмонтозавр. 125 скорость. Давайте эдмонтозавра тоже заменим на эрлика. У нас будет такая шустрая команда довольно. Да. Ну что, погнали. То есть, как видите, 2000 очков. Не сражался я без вас. Давайте сейчас проведем парочку боев. У меня в игре еще глюк появился. И на эмуляторе, и на телефоне. Короче, когда я нажимаю вот на первый пункт, там, где у нас вот это вот, каждых несколько часов дают нам награду, у меня игра зависает. Тупо намертво. Не знаю. Пока я не переустанавливал. Но есть такая штука. Так, у нас есть гарантированный паралич у стигималоха. Такой кроха! Так, сколько он бьет? 743. Блин, у него следующий удар. Блин, пробил нас. Ё-моё, не успели мы опробовать наш супер паралич. Так, ну, кто быстрее? Почему я сделал такой удар? Кто знает? Я не знаю. Блин, так бы я уже его пробил. Ну, о, он не подменился, отлично. Я тогда удар приберегу на следующего противника. Но стигималоха мы обязательно опробуем. Еще сделаем боечек один-другой. Стигималоха нужно обкатать. Ну, давай. Оу-оу-оу. Так, ну у него же нету армор пирсинг. Да, у него нету армор пирсинг. Давайте снизим ему урон. Черт, он рэмпейдж успел применить. Ё-моё. Так, а мы его можем пробить нафиг. Пятьсот. А если мы... А, ну это нас не спасет. Мы увеличим жизнь, но он же два раза походит. За два раза он нас точно пробьет. Ай, ладно.
Возьму броню, потому что он себе плюс 10% скорости, он был бы быстрее моего динозавра. Потому не хочу эрликозавра своего подставлять. .132. Блин, он же на 75% снижает урон. Это серьезно. Так, Раджозавр. Вот мы читали про его гибрида. Так, у него контратаки есть. Ну, они слабые будут. А почему я по нему так мало ударил? Вот это меня интересует. Так. Ну, проникающих у него нет. А, у него у самого броня стоит. Но у меня банально больше жизни. Хотя он меня два раза атакует. Так, у меня кровотечение. Это печалька. Так, он нанес первый удар, который блокирует мою подмену. Блин, не нравится мне такая ситуация. Какая у него скорость? Он медленный очень. А, черт, я не могу подмениться. Ху, но я его пробил. А, это была победа, ёшкин кот, я уже расстроился, думал, сейчас нам наваляют. Ух ты, зависла немножко. Так, есть, ну погнали дальше. Мы такие, может, опробуем нашего Рексика. Сигималоха, то бишь. Так, раптор или броня? Ну, давайте возьмем раптора. И с его стороны раптор. Это, блин, печально. Но я быстрее. Я его пробью. Но это повезло. Рапторы имеют одинаковую скорость, кому как повезло. Он сейчас подменится, вероятно. Нет, не подменился зря. Полторушечку, 1670 даже пробивает Велосираптор. Стегич появился. Так я его за два удара пробью, хотя у него броня есть. А, крит поймал, это было печально. Это было печально. Давайте нашего Стигича выпустим. У него был обычный, а следующий полтора урона будет наносить. Но я должен выдержать. Если крита не будет, то я выдержу. Он опять обыкновенным ударил. А, у него кулдаун. На тебе. Блин, хотя зря. Зря потратил этот удар. Черт, это был же гарантированный паралич. Он бы пригодился нам на следующий ход. У нас 129 скорость, а у тебя? У тебя 114. И чем он будет? У него армор пирсинг. Удары. Ну, давайте подменимся. Хотя, может даже зря. Потому что у меня ребятки-то бронированы, а он сквозь броню будет пробивать. А, мы его выносим. Это был вообще легкий бой. Эй, не зух, прикольный, мне нравится. И доступен он довольно быстро. 180 монеток нам дали. Ну, очень маленькая награда за победы здесь, конечно, дается. 15 минутку сразу ставим. И еще давайте пойдем. Боечек какой-то проведем. Эрликозаврика бы хотелось взять. Редкие более сильные, чем обычные, но это такое себе. Вон велоцираптор себя прекрасно чувствует на любом уровне противника. Так, пятая арена.
Ну, давайте начнем тоже с раптора. И у него раптор. Ну, кому повезет? Он быстрее. Значит, броню достаем броню. Это было больно. Так, сейчас он меня атакует. Я надеюсь, выживу. Он подменился. О, это было плохо. Ну, сниженный урон от раптора. Здесь есть армор пирсинг у него, удары. Армор. Армор. А это не считается армором. Это немножко другой вид брони. Да, это щит. Щит он не должен пробить. Так, это плохо. Вот теперь он меня точно пробьет. Ну давай. Выжил, гад. Косарь, блин, что у него такой за урон? У него 700 барионикс. Ребята, барионикс, мы его только недавно открыли в эволюции. И сломуэр, так когда на 5 звездочек я прокачал. Ну, которая выходила в воскресенье серийка по эволюшену. Так, печально. Ну, может, пробьем его? Блин. А чё это от него дует так? 100% паралич по нам только что прошел. Так, ну, дружочек, ты попрощался. Так, у нас 1-1. Ну, такая себе. Чё-то мне кажется, что мы тут проигрываем. Да, ну никого быстрее раптора у него быть не может, кроме раптора. И он быстрее. Блин, ну капец, больно-то сквозь броню пробил как-то. Мало броня защитила. Пробьет сейчас нас. Ну, к сожалению, да, мы тут сливаемся, походу. Ну, никого у меня нет. И он, опять же, быстрее. Какой такой сумбурный бой. Что-то я вообще не понял. Давайте еще разок. Ну, раптора на самом деле, да, довольно-таки опасно брать в начале, потому что здесь 50 на 50, очень часто попадается нам в противники тоже раптор. Так, игрулька, не виси. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Так, Димитрич. Давай мы с тобой сразу попрощаемся. 1600 мы должны пробить. 1670, как я помню. 72. Отлично. Теперь появился Анкелос. Так, у нас вообще-то есть кто сквозь броню бьет сейчас? Кто у нас тут в команде? Да нету никого. Давайте подменимся. Подмена, кстати, снимает все негативные эффекты.
Ну, это он себе щит поставил. Теперь обычный щит он себе поставил. Ну, здесь нужно первыми двумя ударами пользоваться. Против Анкела составить щит, ну, как-то бессмысленно, мне кажется. Он не так много бьет. А я посильнее буду все-таки. Но у него шансов нет. Такой черепаши бои у нас идут. Никто никуда не спешит. Еще этот таймер по-дурацки работает. Он решил взять нас измором. Так, ни у кого нет щита сейчас. Ух, сейчас я его продымашу хоть разок по-людски. 526. Ну, давай, лови, лови, лови. Ну все, ему два удара и хана. Ну, у меня тоже сейчас щита нет, кстати. Долго перезаряжается щит. Сколько перезарядка идет? 4 хода. Ну, нормально так, со щитом мы еще можем выдержать удар любого практически динозавра. 2-0 в нашу пользу. Так, если что, мы можем поставить непробиваемый щит. Например, вот так. У нас есть броня, есть щит и есть вот такая штука. Ха-ха-ха. Только, правда, печально получилось. Я думал, что он будет паунс. А паунзы как раз мы сейчас и пропустим. Но неплохо все-таки. Щит и броня вместе. О-о-о, крит. Крит прошел, дорогой. Ну, либо я тебя сейчас добьюсь, либо поднимись на эрликозавра. Очень мало урона. Ну, паунс... А почему он паунсы не использовал? Странно. Чистая победа, ребята. Ну, довольно неплохо. Довольно неплохо. 3 победы. 1 поражение, да. 3 победы, 1 поражение, да. Ну что, на этом тогда с вами попрощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч, ребятки. Всем пока.